Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Александр Логинов. В серии коротких роликов «Веб-глоссарий» поговорим сегодня об одном из часто используемых в интернете терминов. Что означает слово «лол»? «Лол» – это интернет-мем, то есть слово, получившее в интернете спонтанное распространение. Оно является аббревиатурой начальных букв английского выражения Laughing out loud. В переводе «громко смеяться вслух». Мем «лол» широко используется в сетевом общении, на интернет-конференциях, в чатах, на форумах, в блогах. Значение этого жаргонного слова можно считать синонимом русских разговорных словечек, таких как «умора», «обхохочешься», «ржу» и так далее, или известного одесского выражения «Я с вас смеюсь». Благодарю за внимание, дорогие друзья. Если этот ролик понравился вам, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. До новых встреч!